Me llamo Bosch. Fue a empujar a un grupo de simulator X. No, no. Tuve algo. Fue 4K. Fue de 1. Fue. Estudié chicos a 3 euros. Na época de câmera, eu dou a Resbaraia. Só estamos contando aqui de eu acho que monetki. Там можно выбрать золотого. Там немного локати. Там сегодня прямо нам покачать своих питомки. У нас тут не цели, и можем локации выстроим. Tch,
son viejos y no están aquí. Скоро уже забираем монетки. Мы можем заложить вот эти платы. Мне это что-то снова, когда все подупали. Я не знаю. Это котик. Вот это что оно. Уже третье время, не? А, что за третье? Вот так собираем. Кристаллик мне уже 25. Я тут маленький. Я не знаю, что за кристаллики мне 5. Если вы играли эту игру, то напишите, за что можно эти кристаллики купить. Я просто не знаю. Первый раз играю в эту игру. У меня еще ранг нубик. Набираем монетки, уже 203 монетки, 29 кристаллики. Ого, уже богато монеток опять. Собираем, собираем. Забрали. Еще давайте. Я хочу набирать на 1000 уже монеток, чтобы открыть эту яйцу. Ого, как швидко, уже швидче. Швидче уже. Собирать монетки, скоренки. Справди швидко. Це відео буде недовго. Якщо вам сподобається, мій погляд на цю гру перший, то можете поставити лайк, підписатися. Якщо не подобається, то можете не підписуватися і ставити або дизлайк, або нічого. О, подаруночок. Є. Подарунок. На Атланте йдемо по подарунок. Скільки у нас буде? 750 стане. Там заробиться якісь кристалки, я не знаю, що там таке, там дає віпс 400 кубиків. Це багато. Ну, думаю, до мене. Єее, наберемо монетки, вже можете купувати два такі, зараз не до двох. Підем. Ой. На двох підем. 1000 шейдем.
Такие волоски. Давай еще такие волоски. Такие задания. Это у нас задания. Тоже сильно. Так, забрали. Чего мы купили? Да, не там купили. Купуем. Шведку. А еще Свенку зовут Лаки. То котика Джек. Купаем все. О, кружок выпало. Те, что Марине. Я не знаю, куда заменит. Жалону заменит. Я не знаю, чего они. И я так же и думаю, что жалону. Жалону мы заменили. Хорошо, вот вы думаете, надо начинаться. Курок, ну, я к нам заменит, я не знаю. Всем пока, до встречи. Уже новые серии по ТВ. Всем пока.